Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать в удивительный мир мистики. Сегодня великий посвященный оккультист и белый маг, как он себя называет, расскажет вам о том, как защищаться от порчи и других видов отрицательной энергии. Ладно, это все была шутка сейчас, эта мистика такая была слишком пафосная. В общем, бывают ситуации в жизни, когда у вас что-то плохо в жизни, неудачи в личной жизни, в учебе и так далее. И вы чувствуете, что какое-то депрессивное состояние, ну, мало верится. Всегда мы мало верим, что это бывает. Но поверьте, на своем опыте, я чуть не погиб в августе прошлого года, на меня навели порчу, обряд на расстановку. И вот сейчас я освоил те практики, о которых великий посвященный, которого вы привыкли видеть в качестве актера или фрика, расскажет вам серьезные вещи, о которых не всем известно. Многие люди этого боятся, но я на своем опыте пережил и не хотел бы, чтобы это повторилось, или вам бы этого не желал. Поэтому не переключайтесь и смотрите нашу программу. Это система Моуди, это научно все было, просто это касалось очень узких кругов, массовое сознание этого боится, вокруг этого очень много шарлатанства, это энергетическое воздействие, те обряды, которые совершают люди, наездов энергетических, от них нужно защищаться как раз синтезом. Let light and love and power restore the plan on earth. Let light and love and power restore the plan on earth. Let light and love and power restore the plan on earth. Let light and love and power restore the plan on Да, становись в круг. Это же то же самое, что в исламе, да, Баграм, что и иудеи, когда. То есть главное отключить в какой-то момент сознание и выйти на связь с ноосферой, с космическим компьютером для того, чтобы. А для этого нужно раскачать энергию. Поэтому это физическое действие. Но когда Маринка приехала несколько лет назад, а мы не виделись там полгода, она утром встает, а я хожу по этому самому и хожу. Ля иляха иллях, Мухаммадан расул Аллах. Let light and love and power restore the planet. А она офигевшая, знаешь, был нормальный. Все, а тут чувак, я говорю, я это научно. Это как в театральном институте этюды, понимаешь, да? Маринку 3 года назад очень испугало, вот я этот обряд делал, а я должен был Вещего Олега, и в украинском варианте бога Велеса. Бог Велес в славянской мифологии – это сущность, которой было разрешено и с Чернобогом, то есть в ад опускаться, и с Белобогом в рай. Связующее звено. И я, будучи гениальным артистом, я себе говорю, я бог Велес, картинку вижу, у него и рожки, и нимб над головой. И я тут себя в это состояние ввожу, она выходит и как вкопанная стоит. Я говорю, что такое? И она мне потом говорит, что я увидела у тебя рожки, и не реально, на физическом уровне, понимаешь, человек, дева. Все ей там потустороннее, это фигня, это земной знак, все. А тут она видит реально, ей страшно реально. Садись под храм, я говорю, он же купол. И я говорю, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аллилуйя, воскресшей нестерильной любви. Аллилуйя. Водка для того, чтобы меня брали в любой момент, проверяют, смотрят, а наркотиков нет. А как же так? Я вот так, ваше здоровье, говорю, всегда мне нужно в обрядах отключить разум, понимаешь? Мне нужно или, ну как в актерской, да, или настраиваться долго, или
принять, что называется, разрешенное, да, в данном случае. Это же все разрешено, все, бах, полбутылочки, раз, и пошел медитировать. Но вот этот алтарь реально меня по последние вот эти пару лет, я горят свечи, я их зажигаю, бывает 22, бывает 33, каждое полнолуние я совершаю эти так называемые обряды или мистерии, но использую синтез, то есть я читаю оккультную формулу белых магов, тибетских мастеров, сутру Корана, православную, то бишь христианскую, и это ж как самовнушение, это как аутогенная тренировка, но никто не отменял потусторонние миры. Дух держит, и умея синтезировать, умея любить предков своих славянских, кавказских, корни Творца, здесь синтезируя, это не значит, что нужно отказываться, да, там, ребятам, кто в исламе, кто в христианстве, кто в буддизме, нет. Нужно делать объединительные, то есть, когда мусульмане, христиане, язычники, поклонники буддизма будут собираться и придумают некий спектакль, некий обряд, который объединенной этой энергией просто-напросто в ноосферу пошлет сигнал, и это как с компьютером. Ты можешь не верить в компьютер или в интернет, да? Но если ты знаешь пароль, ключевое слово, и пишешь не порнуха, хотя понятно, и это тоже лекарство горькое, как, но все, ты выходишь на связь и постигаешь это. Но... Вы, наверное, думаете, что все это неправда, и мы вас обманываем? Нет, это правда. И мне это помогло. Мои недоброжелатели, эти злодеи, получили кармический откат и будут получать его вновь. Те, кому интересна тема мистики и защитных обрядов, ждите продолжения. Оно скоро выйдет.